В Ровеньках Луганской Народной Республики продолжается подготовка котельных к началу отопительного сезона. Основные работы завершены, сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Город к зиме помогают готовить специалисты из Коми. Из Донбасса репортаж Любови Лапиной. Все идет по плану и даже с опережением. Котельная квартала Гагарина города Ровеньки Луганской Народной Республики готовится к подаче теплоносителя. Сейчас идет проверка качества выполненных работ, проходят гидравлические испытания. Мы стараемся опрессовывать ее, чтобы понять, как качественно выполнена работа, и определить, не получим ли дальнейших порывов. Испытания проходят на протяжении всего периода подготовки. Это позволит своевременно обнаружить и устранить возможную проблему. Ремонты на теплотрассе в Ровеньках уже завершены. В этом году здесь заменили более 800 метров старой трубы на новую прединсоляционной обмотки. Совместно с ровеньковскими тепловиками трудились специалисты из Коми. Хотелось бы поблагодарить от лица нашего управления, филиала, коллег из Республики Коми за оказанную помощь в выполнении работ подготовительных к осенне-зимнему периоду. Выполнено 5 участков тепловых сетей, положена новая предизолированная труба, ППУ так называемая. Ребята помогли нам выполнить большие объемы, что, естественно, положительно скажется на прохождении осенне-зимнего периода. В котельной квартала Гагарина провели ревизию котлов и насосного оборудования. На теплотрассе заменили так называемую перемычку. Она соединяет две котельные. Произвели и замену всех узлов тепловых камер, обводов и опорной арматуры. Точно так же выход с котельной Гагарина тоже полностью переваренный. Это вот оно будет отсюда. Снова из опорной арматуры. А это уже котельная квартала Шахтерский. Пока она закрыта на реконструкцию. Всю нагрузку на себя взяла Гагаринская. Ремонт идет уже второй год. Сегодня работы в стадии завершения. Полностью новая жаротрубная часть котла. Это котел ТВГ-8. Данных котлов 3. Сейчас здесь проходят уже работы по обмуровке котла. В котельную установили новые насосы, их получили от государственного предприятия «Луганскгаз». Помощь в обвязке оказали специалисты из Коми. Вот эти все отводы, запорная арматура редукторная, это все новое полностью. И вот вы видите, какое количество сварных стыков здесь происходит, то есть сварочных работ. Полностью каждый флянец, каждый отвод отдельно сваривался. Такого объема работ на предприятии не проводили уже давно. Сегодня это стало возможным благодаря поддержке Республики Коми. Всего специалисты из нашего региона помогли подготовить к отопительному сезону 6 объектов в Ровеньках. Все работы завершили в срок. Любовь Лапина, Галина Гончаренко, Михаил Лисишин, телеканал «Юрган», Ровеньки, Луганская Народная Республика.